Сегодня у нас понедельник, и у нас с Владимиром выходной. Прекрасный день. Ну, вообще, наверное, все дни у нас прекрасные, потому что мы на нашем любимом колесе постоянно, да, и занимаемся любимым делом. А вчера мы снимали видео о том, как наши дайверы спасали паникующих дайверов. А сегодня мы уже находимся на автовокзале Владивостока и отправляемся в Уссурийск. Мы там часто бывали и снимали видео. Сегодня мы побываем в весеннем Уссурийске. Ну вот, как-то так нам захотелось сюда поехать. Да. Поехали. Прямо в автовокзал. Всем привет. Мы уже находимся в Уссурийске. Ну, так как мы выехали из дома и совершенно не успели позавтракать, мы здесь нашли в свое время неплохое местечко. Называется как? Сытый боцман. А, сытый боцман. О, кстати, не прав. Все аккуратненько. И на удивление вкусно кормят, да, Ира? Да, и мы уже сытые, довольные, поехали гонять по Уссурийску. Покатили. И, в общем-то, оказывается, сытый боцман находится рядом. Железнодорожный же вокзал, да? Железнодорожный вокзал Уссурийска. Вот. Какое здание светлое. Не знаю, как там внутри. Поедем, посмотрим. Вот он, сытый боцман. А сейчас мы подъедем. Заедем. А нет, заедем. Сейчас почти к перрону. Вот поезд. Ну что, вот сейчас сворачиваем такую дамбу или что это такое в лесопосадку. Сейчас проедемся, посмотрим, что там дальше. Ну, с правой стороны мы знаем, что парк. Вот, за деревьями там виден храм. Остановка небольшая была. И сейчас мы дальше свой путь по этой косе продолжим. Посмотрим, куда она нас приведет. Вдаль. Да, Ира? Да. Вдаль поедем? Да, вдаль. Вот в те районы. Мы там не были же, да? Мы там не были еще. Поедем разведывать дальше. Что же здесь делается? Что находится в Уссурийске городе. Иру догоняю. А здесь классная дорога. Иру обгоняю. Ну вот путь наш дальше лежит. С левой стороны такой коттеджный поселок. Сам Уссурийск небольшой город, но здесь свои есть элитные дома. С правой стороны пригород города. Ира догоняет. Поехал опять. Свою красавицу догоню. Вот. Железнодорожным путям выезжаем. Сейчас нам посмотрим, куда нас эта дорожка выведет.
тепло сегодня, солнышко светит. Забрались вот такое местечко. Сейчас бы нам на дорогу выехать и поехать дальше. Сейчас посмотрим, где-то здесь должен быть заезд. Куда-нибудь-то дорога должна вывести нас. Мы уже в любом городе найдем какую-нибудь бездорожку, где щебенка, камни, какие-то горки. Нормальный город равнинный, но нет же. Все равно куда-то опять занесло. Путь привел нас, да? Какую-то свалку, короче. Ну вот, объехали по дороге где-то по Ачкурам и выехали на нормальную дорогу. Куда она ведет, не знаем, но поедем, посмотрим. Ну вот Уссурийск, в принципе-то и машин немного, а все равно авария. Буквально вот произошла. Да уж. Но мы дальше туда не поедем. Мы сейчас развернемся и поедем, свернем на левую. Налево. Поехали, Ир, туда. На ровном месте можно. Даже написано прибрежная защитная полоса. Есть здесь берег, видно берег этой речушки, не знаю название, конечно, ее. Но вот сейчас едем по дороге и посмотрим, куда доедем. Ну вот, выехали, улица Заречная, как в кинофильме, в старом добром. А здесь вот такой пригород. Тихо, спокойно, умиротворенно. Немножечко самого оператора все-таки записано. В славном городе Уссурийске. А то я с этой бандурой туда-сюда меня мотает. Ну вот, мы по райончику проехали, вернулись обратно сейчас на основную дорогу. Ну вот уже эвакуаторы разбирают все. Поехали. Облака какие красивые. Здесь вот река. Название? Не знаю. Там стекла. Там такие стекла. Стекла в радуге. Ну вот выехали на дорогу. Едем по обочине. Влево сам Уссурийск. А вот дорога сейчас идет в другую сторону. Сейчас посмотрим, куда она нас приведет. Может, объездом. Километров 10 сделаем. Кружочек. Здесь такой интересный плакат. Кузня. Куют. Здесь такие заросли, наверное, от сока. Красиво. Маленький кофе тайм. Я уехала вместе с камерой. Ё-моё. Куда же ты от меня? Я не знаю. От меня. Мама! Кофе сейчас будет. А, нет, нет, нет. Не так-то это легко держать в руке. Вот это все хозяйство. Да? Как ты с этим ездишь вообще, я не знаю. Ну, еще тяжелее стало камера. Ой. Ну как, катанули? Отлично катанули, и совершенно другое место. И тут простор такой, опять дороги. Дороги. Сейчас кофейку выпьем.
Это тебе там маякует, что ли? Нет, а я за ручку. Ну вот, Владимир, вообще. Так а тебе как увидят тебя, все маякуют сразу. Хо-хо. Ну вот, взяли себе. Кофе тайм. По кофе. Сейчас буквально несколько минут и поедем дальше. Выехали вот на такую аллейку. Ну, теперь мы возвращаемся в город. Такой кружок по окрестностям сделали. И сейчас по улицам проедемся. У нас еще 2.5 часа езды. Ира пошла на взлет. Вот здесь вот заехали уже черта города. И вот мимо проезжаем. А здесь вот такой вот паровоз. И ребята ухаживают. Сергей Лозо. Вот в этом паровозе написано. Были сожжены Лозо, Сибирцев, Луцкий. Здесь вот такая аллейка с подсветочками. Здесь мы не были. Здание с колоннами, посмотреть, что это такое. И здесь маленький такой паровозик, миниатюрный, сделан. Так, ну вот мы заехали совсем в другую степь. Хотели в город через автовокзал проехать, но уехали совсем в другую сторону. Вот сейчас возвращаемся обратно. Уехали мы, не знаю, куда, да? Да, колес хватило бы. Главное, чтобы на автобусе ехали. Остановились буквально на пару минут. Во-первых, ноги размять. Ну, и батарейку поменяли на GoPro. А нам сейчас нужно вот под этот мосточек, да, под железнодорожными путями. Мы уехали, Бог знает куда. Наверное, километров 10 сделали крюк. Сейчас туда поедем. А вот с этого места мы начали поездку по Уссурийску. Вот. Коса вот эта вот налевая. Но мы маханули, конечно, круг. Там вокруг сколько километров, я даже и не посмотрел по приложению, сколько мы проехали. Ну вот, считай, 2.5 часа, не сходя практически с колес, мы колесили по всем улочкам, дорогам. По бездорожью. Опа! А что нас ждет? А я тебе взял, смотри, какого огурчика солененького, бочкового. И варенец. Я думал, варенец будет домашний. Ну, простите, скажи. Простите. Ладно, я прощу, Владимир. Ну вот, после многокилометрового заезда по окрестностям выехали. Чего ты делаешь? Я ехала так тихо, они даже не напугались. А ты взял их, напугал? Выехали в район города. Сейчас проедем. Сейчас будут ругаться. Нет, они опять. Они снова сели на то же место. Здесь вечный огонь. Заехали посмотреть. Сейчас вот по улочкам проедемся. Здесь пешеходная такая зона. Для отдыха.
маленький оазис тишины для пешеходов. Ты увидела красивое дерево? Да, я просто так. Ну и я тогда за Ирой проеду. Можно еще? Так и что, мы кругами будем ездить возле этого дерева? А, Ира? Поехали! Это мы сейчас едем по улице Ленина. Здесь расположение, можно сказать, в шахматном порядке все улицы. Ира пошла на обгон. Людей нету, так что можно скорость увеличить. Хоть и пешеходная зона. Здание такое интересное, проезжаем. Написано 1914 год. Видно, пожарная. Ну, не видно, пожарная часть. Больше 100 лет. Ну, специально. Подъехали поближе, чтобы посмотреть здание. Так, здесь у нас прыжочек. Ну что, Ира, интересно? Я так и подумала, что здесь располагается пожарная часть. Да, вот так вот. В прошлый раз я этого не... об этом вообще не думала. Просто красивое здание, необычно. Несколько раз проезжали ведь, да, уже. А вот сегодня бы обратила внимание вообще на все остальное вокруг, что существует. Вот. Там видишь, какая ушка. Вот женская логика. Наверное, оттуда. По жизни. Наверное, оттуда специальный пожарный смотрел в свое время. В каком году там? 1914. Заехали вот в такой парк. Ничего необычного. Просто тихое местечко со скамейками, где вот могут посидеть спокойно. Остановились на пару минут, ноги размять. Немножко разомнем ножки свои, посидим чуть-чуть. О, храм. Скоро наше приключение в Уссурийске подойдет к своему завершающему окончанию. Мы уже едем в сторону автовокзала. Впереди Владимир, а за ним я. Зеленый красивый город. Березы. Ну что, классно мы сегодня катанули? Да? Сусанин мой. Ветерок небольшой поднялся. Мы еще немного прокатим по городу. Но скоро нам уже уезжать во Владивосток.
Да, я уже думаю, что мы поедем другой дорогой. Ух ты ж, колокольный перезвон. Красота какая. На наших колесах. Да. Все?